Если бы я хотела рассказать о людях, я рассказала бы о голосах, которые говорят с ними, о добрых и злых, о настоящих и воображаемых, и о том, что на самом деле нет никакой разницы, что это за голоса, до тех пор, пока ты не оказываешься на самой последней странице своей истории. В 13 лет Жанна, которая сама себя никогда не звала Жанной Дарк, а только Жанной Девственницей, впервые услышала голоса Архангела Михаила и Святую Екатерину. Они сообщили ей, что именно ей суждено снять осаду с Орлеана, возвести дофина на трон и изгнать захватчиков из королевства. Когда ей было 16, она отправилась к капитану французских войск и рассказала о своем предназначении. А в 17 лет снова отправилась и снова рассказала. Потому что в первый раз ей никто не поверил. Ее просто прогнали домой и посмеялись. В этот раз что-то пошло по-другому. Ей дали отряд солдат и мужскую одежду, чтобы она смогла добраться до короля. Монарх устроил ей проверку. Узнает ли Божья посланница Богом избранного короля Франции? Он посадил на трон другого человека, а сам слился с толпой придворных. Жанна узнала его и прошла проверку. С этого момента начался ее триумф. Военные победы одна за одной. Для нее даже сковали доспех специальный, женский. Для нее даже нашли меч в церкви Святой Екатерины. А после снятия осады с Орлеана она стала Девой Орлеанской, Железной Девой, надеждой Франции и опорой короны. Ее взлет длился меньше года. Ее предали. Ее взяли в плен. Ее продали англичанам за 10 тысяч золотых ливров. Ее судили за ересь и приговорили к смертной казни за то, что она была одета в мужскую одежду. Ведь никаких других проступков за ней не нашлось. Весной 1431 года на площади Старого рынка в Руане ее казнили. Епископ, я умираю из-за вас. Я вызываю вас на Божий суд, произнесла она, стоя на костре, и попросила дать ей распятие. Палач протянул ей две скрещенные хворостины, и когда огонь охватил ее, она закричала: «Иисус! Иисус!» Когда ее пепел развеяли над сеной, голос перестал звучать в голове Жанны и стал просто звучать. Он сказал: «Ты была смелой, и ты была доброй. Ты ничего не боялась и всегда слышала меня. Ни в момент боли, ни в момент отчаяния ты не теряла веры. Поэтому теперь говори. Ты говори со мной, а я буду тебя слушать». Спасение более. Кто-то идет.
знаю, будто в предчувствии боли ангел приходит ко мне все чаще, созданный из железа и света. Господи, не отнимай этой чаши, дай мне войны победы. Налился сердцем он в груди. Правда ли ты говорил со мной? Господи, ты ли в руки мои клинок вложил? Слово моя, беда нагая, молюсь ловить тебя делами. Пауза пыток, мерю шагами, время уходит, костер пылает. Дьявол приходит ко мне все чаще, в мантии белой, в словах запят. Господи, не отнимай этой чаши, дай мне войны победы. Были у меня волосы словно газ, руки были отнимающими боль, стали они отнимающими жизнь, стали налился сердце комок в груди. Говорил со мной, Господи, ты ли в руки мои клинок вложил? Зайду на костер весной, обескровлена и легка. Бог простит меня, а пока все, кто любит меня, со мной. Зайду на костер весной, обескровлена и легка. Бог простит меня, а пока все, кто любит меня, со мной. Зайду на костер весной. Весной, а бескровно легко. Бог простит меня, а пока все, кто любит меня, со мной.